видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 9, урок 5. Верно ли измерены углы? Если есть ошибки в измерении, исправь их. Неверно измерен угол С, он не 145 градусов. Угол D, он также не является 73 градуса. И угол E, величина которого 161 градус. Это углы, которые измерены неверно. На самом деле величина угла С 38 градусов, величина угла D 104 градуса и величина угла E 22 градуса. Если у вас возникли вопросы, оставьте комментарии под видео.